Тебя тут нету, что ли? А, тут, наверное... Да, только хотел сказать, что тут, наверное, никого не будет, а только будет видео. Так, тигренок, может тебя замочить? И шкурку себе взять с тебя. Так я туда не пролезу. О, молодец, спасибо, поцарапал руку. Скотина. У него бронированный лоб, пофиг. От одной пули не умер, от акаша. Ладно, сидит, никто тебя не трогает. Ой, вот это приход. О, опять этот придурок. Да, что-то слабо все загорелось, он вообще-то там и его облил, нашего главного героя. А что случилось? Почему начали полы отваливаться, стены разваливаться? Так, это был такой прикол в роликах. Сейчас мы будем тут бегать, ползать. Да-да. Я уже догадался, чувачок. Давай лезь, блин. Напоминает Uncharted от первого лица. Far Cry 3. Чё с тобой, чувак?
Ну. Да. Непонятно, конечно, что в этом здании может гореть, так как оно на 80% состоит из камня. Но тут много почему-то дерева, каких-то перегородок деревянных, разной хрени. Что башка крутится от этих падений, спецэффектов. Давай, давай, давай. Быстрей, быстрей. Пробел. Все, контрольная точка. Офигеть, ты видел этот взрыв? Классно, офигеть. Пошли вы. Сзади я тут разберусь, ты главное веди нормально. Да, конечно, стреляют, а ты думала. Я этим и занимаюсь. Оп. Множественное убийство. Оп. Ладно, не пререкайся. Лиза, ты ТП, не пререкайся. Оп. Оп. Хорош. Не я, он сам. Что мне делать? Зачем же ты запрятал свой гранатомет и вытянул свою пукалку? Да блин, долго он будет стрелять еще. Давай, ТП, быстрей. Успокойся, Лизонька. Я все исправлю. Я ничего не знаю. Она в безопасности с наркоманом.
сидит там, хавает грибы, грибочки с ним. О! Сказала, что она в пещере под домом. Мы сразу сюда и прибежали. Найдите проход в пещеру. Где-то он здесь. Как мне туда пройти? Наверное, вот так вот, да? Да. Вот она, пещерка. Класс. Я выплатила. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, не привлеком на дно океан. Нашла тут лодку. Я вообще-то пока бегаю по острову, нахожу их 30 штук за раз. Ты цела, я рада. Я росла с лодкой. Поплывет, поверь. Какое у нас там задание? Найдите в пещеру силовую головку. Не хочу говорить. Так, это безопасная зона. Оружие тут использовать нельзя. Ну, давайте попробуем найти в пещере силовую головку. Где она? На дне лежит? На дне. И это все? Плавает он, конечно, под водой. Правдоподобно. Вот когда здесь плавает, такое впечатление, что он, не знаю, бежит по воде, а не плывет. Ой, не падай. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Принес еще и